Друзья, всем привет! Сегодня решил проехаться небольшой дистанции, около 20 километров. Нахожусь я сейчас в поселке Гайдары и собираюсь проехать, начиная от этого поселка, через Гомольшанский лес, через лагерь «Романтик», потом через лесную дорогу выехать в районе Коробовых хуторов и оттуда заехать на Белое озеро и сделать обратный круг. Вот такие у меня сегодня планы. Смотрим.